Добрый день, наши уважаемые подписчики, зрители. Ну, по вашим просьбам и с большого согласия наших подписчиков мы хотим первое в Казахстане интервью с производителем как свежих продуктов, так и, значит, продуктов в виде снеков посвятить компании Fruit Art. В данном случае это торговая марка Фрута. И сегодня у нас интервью с заместителем коммерческого директора, с Алексеем Харченко. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Прекрасный сегодня день в Алмате. Значит, мороз и солнце и снег. Но хотелось бы поговорить о том, чем вы можете побаловать в это время года своих клиентов. Расскажите, пожалуйста, чуть о вашей компании. Добрый день, мир. Добрый день, дорогие подписчики вашего замечательного маркетплейса. Мы занимаемся выращиванием свежей клубники. В этом году мы планируем получить первый урожай по свежей голубике. Помимо этого, мы занимаемся переработкой ягоды, фруктов, в сублимацию. Завод был построен, весь комплекс был построен в прошлом году, запущен в эксплуатацию. Теплица наша состоит из 5,5 гектар, полностью по голландской технологии. Рабочая сила у нас собственная, с консультантами из Голландии. Мы выращиваем только экологически чистые продукты. Занимаемся, соответственно, как я уже проговорил, переработкой последующей в сублимационную продукцию. То есть на сегодняшний день у нас есть 4 вида продуктов для B2B и для B2C потребителей. То есть это дыня, яблоко, малина и клубника. В последующем мы будем расширять данную линейку и предоставлять продукт нашим дорогим покупателям. Алексей, а скажите, пожалуйста, а в пропорциональном отношении, что у вас больше, сублимации или фреша? Сублимацию мы запустили вот буквально только в декабре. На последних двух выставках World Food и Peter Food мы представляли образцы по сублимации, получили 3 золотые медали, получили почетные грамоты по как лучший продукт и как товар сети. Для нас это немаловажно и очень важно. То есть тем самым мы можем заявить о том, что наш продукт является качественным, востребованным и соответствует и отвечает всем требованиям и нормам покупателей. Алексей, как производитель, как вы взаимодействуете с ритейлом? Безусловно, мы на сегодняшний день поставляем во все крупные торговые сети Казахстана. Мы поставляем во все крупные торговые сети Российской Федерации, в Бишкек, это Кыргызская Республика, работаем с Узбекской Республикой. То есть внешнеэкономическая деятельность у нас довольно активно развивается. А кроме ритейла вы еще куда-то экспортируете? Есть у вас еще какие-то в мире дистрибьюторы или же по Казахстану? Вообще, как у вас система устроена? Вы сами продаете или через сеть дистрибьюторов? Есть у нас и активная дистрибьюторская сеть, которая занимается распространением в крупные города Казахстана, в крупные города России. И заключен договор у нас сейчас со Словакией, город Братислава. Там есть у нас крупный партнер, дистрибьютор, который будет представлять в европейских крупных торговых сетях. А скажите, пожалуйста, вот сейчас все компании-производители используют многоканальную продажу, потому что быть производителем очень непросто. Наверное, легче всего быть, наверное, ритейлом или же, значит, дистрибьюцией, нежели производителем. Кроме
традиционных каналов продаж, таких как дистрибьюция, да, собственный сайт, да, ритейл. Есть ли еще какие-то новые каналы продаж? Используете ли вы какие-нибудь B2B-платформы? Используете ли вы социальные сети? Потому что я видел, что у вас очень, очень хорошо и грамотно построенный Инстаграм-канал. Благодарю. Да, мы, безусловно, пользуемся всеми доступными популярными социальными сетями, пользуемся маркетплейсом. Благодаря вашей торговой площадке мы активно размещаемся, получаем обратную связь. Какие-то переговоры уже предварительные были благодаря вашей площадке. Ну и я думаю, что за этим будущее и, соответственно, развитие B2B отношений будет, конечно, в большей степени благодаря маркетплейсам. Алексей, Казахстан, ну и, наверное, вся Центральная Азия – это такой регион, который находится в самом эпицентре мировой торговли, да? Потому что, ну, будем откровенными, что в Китайской Народной Республике тоже огромное производство как и фреша, так и сублимированной продукции. Российская Федерация тоже не уступает. Для тех, кто не знает из наших подписчиков, сделаю акцент на том, что, например, Российская Федерация, как и, например, Сербия, являются крупнейшими в мире производителями голубики. Людям всегда кажется, что, например, Марокко, там, да, Чили, но на самом деле это как бы Российская Федерация и Сербия. Здесь же недалеко находится Иран, да, который тоже производит очень много именно фреш-продукции. Как вообще обстоят дела с конкуренцией? Ну, первый момент, почему мы пошли в этот рынок, это первая цель импортозамещения. Обеспечить, во-первых, наших потребителей, наших казахстанцев здоровой продукцией, да, биологически активной, без каких-либо добавок, удобрений, вредных и так далее. Как я повторил, как повторюсь, да, у нас по голубике мы планируем в этом году собрать урожай с 50 гектар. Я думаю, что с учетом наших трудозатрат и операционных расходов мы сможем предложить конкурентную цену для наших покупателей. А вот производство голубики и клубники, в планах это сделать это производство круглогодичным или все-таки будете делать упор на сезон? Потому что когда сезон открытого грунта, очень тяжело конкурировать. Согласен. По клубнике мы обеспечиваем наших покупателей круглый год. Возможно, с небольшими каникулами на пересадку, на технические, да, там работы по теплице. То есть она пятого поколения рассчитана на круглогодичный сбор. По голубике это пока открытый грунт, это только летний период, в зависимости, опять же, от погоды. То есть это будет, скорее всего, с июня по август включительно. Алексей, я от многих в Алма-Ате слышал, что ваша компания отличается тем, что это очень хорошее место, где можно работать и куда люди хотят устроиться на работу. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что у вас такая хорошая атмосфера в коллективе? Что для этого делает руководство и вообще как вы к этому пришли? Ну, во-первых, наша компания соблюдает все законы. Мы выплачиваем вовремя заработную плату. Заработная плата у нас конкурентная. То есть мы создаем всю инфраструктуру для наших работников, то есть они социально защищены. Мы учитываем, стараемся учитывать все пожелания и потребности, ну и, соответственно, пытаемся создать для них уютные, да, так скажем, условия для работы. Скажите, пожалуйста, я вот изучал ваш сайт, тоже готовился к этому интервью. Я уверен, что у вас есть какие-то аналитические данные. Кто покупает вашу продукцию? То есть у вас какая-то есть сегментация? Это больше люди моложе 40 лет,
старше 40 лет, это больше домохозяйство или же больше это там офисные сотрудники? Вы знаете, у нас не такая большая история, чтобы мы пока могли провести такой анализ. Мы в любом случае обязательно его будем проводить маркетинговые исследования. На сегодняшний день у нас такой сегментации по рынку нет. То есть мы видим только пока каналы сбыта. Но активную клиентскую базу мы планируем пополнять и с помощью нее будем проводить уже опросы, да, кто наша целевая аудитория. Ну, я как CEO компании All Foods Market могу вам предложить услуги нашего исследовательского агентства на партнерских отношениях. Я думаю, что мы с удовольствием вам поможем эти данные собрать. Будем вам признательны. Да, для того, чтобы вы могли этим делом оперировать в будущем. Планы на будущее? Расширение, экспансия в другие регионы? Планы нарабатывать качество, в любом случае выходить на новые рынки, обеспечивать качественным продуктом наших потребителей. Продукт на самом деле новый, инновационный. В этой связи он дает опять же конкурентное преимущество фрешу, то есть он не требует специальных логистических условий, да, там заморозки либо еще что-то. То есть его можно транспортировать удобно на далекие расстояния, он не занимает там большого веса и так далее. Единственное, да, он занимает в большой своей массе, потому что он легкий продукт. Касательно логистики, для тех, кто не знает, наверное, будет очень полезно знать, что Казахстан в логистике очень непростое государство. Оно по своей территории очень-очень большое. Да? И иногда, когда люди говорят, что вот сейчас быстро доедем до соседнего города, там всего каких-то 300 километров, я всегда как бы удивляюсь, потому что, например, Актау и Алма-Ата – это чуть ли не 2,5 часа на самолете. Да? Да. Я, конечно, понимаю, что по расстояниям Китая, наверное, Канада, Российская Федерация, США – они тоже большие, но и Казахстан, он тоже, ну, скажем, очень большой. Как вообще обстоят дела с логистикой, вот, скажем так, туда, в сторону там, Павлодара, Актау, Атырау, Караганды? Как это вы все организовываете? У нас есть собственная служба логистики, которая обеспечивает нам постоянный доступ к транспорту. Единственное, бывает, у нас осложняет ситуация с дорогами, когда они закрыты в силу погодных каких-то явлений и так далее. Потому что, ну, как вы правильно заметили, да, сейчас у нас на улице солнечно, буквально можно там 200-300 километров отъехать, будет буран, дорога будет закрыта. Да. То есть в этом только осложняется. В остальном, в принципе, мы все города закрываем, да, потребность которых есть в нашей продукции. Ну, это, наверное, в основном получается авиационная логистика? Нет, мы наземным транспортом все доставляем, да. Транспорт тоже. Ну и, наверное, в ценовом эквиваленте наземный транспорт, он тоже выгоден. Да, совершенно верно. То есть есть у нас клиенты, да, которые приобретают небольшое количество и готовы, да, там, понести дополнительные расходы за услуги, да, там, авиадоставки. Есть и такой сегмент у нас покупателей. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот в моем понимании ваша компания, она очень высокотехнологичная компания. Вот у меня еще есть видео о там, производстве, как это все происходит. Там все очень ухоженно, чисто, практически там, так стерильно. Да? Постконтроль. Вот, что происходит после того, что вы отгрузили свой товар? Вы как-то это прослеживаете? То есть как с вашим товаром обращаются дистрибьюторы, ритейлеры? Потому что в моем понимании постконтроль, он тоже очень важен, потому что вы передаете, условно говоря, свои репутационные риски из рук в руки. Как вот здесь у вас система выстроена? При отправке в дальние регионы, либо международные отправки, мы обязательно прослеживаем всю цепочку температурную. То есть мы в каждую отгрузку вкладываем термологеры,
которые позволяют нам отследить на всем этапе, где машина останавливалась, какой температуры она ехала и так далее. Если мы говорим про внутренний рынок, то есть у нас есть отдел мерчендайзинга, который посещает торговые точки и следит за состоянием нашей продукции и дает там своевременные, да, рекомендации. Все государственные органы и правительство в Казахстане, я очень много вот за эти дни общался с чиновниками, я вижу, что особые преференции всегда для экспорта. То есть вот экспорт, он считается приоритетным, не только как, значит, развитие местных производителей, но и также поднятие престижа государства. Легко ли экспортировать? Есть ли какие-то преференции при экспорте? Наше государство помогает, безусловно, с экспортом, в организации выставок. Мы были представлены на выставке Малайзии в Куала-Лумпуре при помощи посольства. То есть, ну, максимальное содействие нам, конечно, стараются оказывать. А скажите, пожалуйста, а вот если завтра, нет, неправильно, когда завтра будет еще дополнительный спрос на вашу продукцию, на экспорт, сколько потребуется времени для того, чтобы нарастить производство? Ну, мы компания очень динамичная на самом деле, то есть мы держим руку на пульсе по запросам наших партнеров, то есть мы максимально оперативно отрабатываем все запросы, которые к нам поступают. Вопрос еще один очень важный. Есть ли у вас какая-то статистика все-таки, какой процент брака? Потому что, конечно, безупречных производств не бывает. Вообще, сколько процентов отсекается в предварительном контроле качества? И что потом с этой продукцией происходит? Я имею в виду свежую клубнику. Я, если честно, сейчас не готов вам ответить на этот вопрос. Не владею сейчас таким. Но я так полагаю, что он в самом деле. Он уничтожен, да, на самом деле. Он уничтожен. Хорошо. Вопрос от, наверное, поступит наших подписчиков, те, кто очень интересуется экологией. Планируется ли переход на бумажную упаковку в ритейле? Или все-таки это будет пластик? Ну, опять же, это будет диктовать наш покупатель. Потому что я вижу, что ваша продукция, она и халяльная, и без ГМО, и экологическая, и био. Поэтому возник вот буквально вопрос такой, а что с пластиком? Может быть, пора уже переходить и на такую более экономическую, экономичную и экологичную упаковку? Или же вы считаете, что в современных реалиях с дальними расстояниями, с температурным режимом это пока невозможно? Видите, под ягоду очень сложно такую упаковку предусмотреть, потому что внутри рефрижераторов происходят перепады температуры, которые могут повлиять на сохранение бумажной упаковки именно. Хорошо. Алексей, я всегда, когда беру интервью, исхожу из того, что мы общаемся не только с компанией, ее представителем, но и с человеком. Потому что, ну, люди общаются с людьми, и бизнес, он построен тоже людьми. Хочу задать вам несколько вопросов. Если бы вы не работали в этой отрасли, где бы вы хотели работать? Ну, довольно трудный вопрос, на самом деле, потому что, ну, люди, они приспосабливаются, да, к реалиям, да, и потребностям. Ну, я думаю, что, ну, вот именно, я уже последние лет 10 занимаюсь именно фрешем, ультрафрешем. Для меня это направление интересно, так как это полезно, и, соответственно, эта тема мне интересна. Скажите, пожалуйста, где вы покупаете фрукты и овощи? На рынке или в супермаркете? Лично вы? Лично я? Ну, здесь вопрос, опять же, видите, от культуры. Если лично я, то стараюсь, конечно, брать в супермаркете. Либо на маркетплейсе. А подскажите, пожалуйста, а кто в вашей семье отвечает за покупку
фреша и ультрафреша. Вы? Я. Вы? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы очень разборчивый покупатель? Я очень придирчивый покупатель. А скажите, пожалуйста, вот в вашем рационе фруктов, овощей, я понимаю, что в зависимости от сезонности, чего больше, плодов или ягод? Вы знаете, ну, как вы правильно заметили, да, это от сезональности все зависит. Наверное, 50 на 50. Алексей, а вот что бы вы хотели, как заместитель коммерческого директора, еще видеть в линейке вашей продукции? Вот, в какое направление вы бы хотели все-таки больше уходить? В направление сублимированного или все-таки фреша? Ну, основная, конечно, цель компании – это развитие сублимации, потому как этот рынок новый, направление очень интересное. И, в принципе, да, этот завод, который расположен у нас в Алматинской области, он третий в мире по объемам производства, то есть по возможностям сублимирования. Ну, я думаю, что в странах СНГ нет подобного завода. Алексей, а что вы кладете детям с собой в школу в качестве перекуса, в зависимости от сезонности? Либо яблоко, ну, да, там, либо яблоко, либо пакетик нашего сублимированного продукта, потому что эта продукция чистая, натуральная, без каких-либо добавок, красителей, консервантов и так далее. То есть здоровый перекус в перерывах более целесообразен. Алексей, одна из философий нашей платформы All Foods Market – это является своевременная оплата. То есть товар должен быть отгружен за предоплату. Как вообще на рынке с этим дела обстоят? То есть это вот, я понимаю, что не всем компаниям все-таки удается работать в предоплату. Считаете ли вы эту философию вообще правильным, как производитель? Что мне кажется, что для производителя кэшфлоу очень важен. Ну, безусловно, мы как производитель, да, для нас очень важно наличие оборотных средств. С этим проблем у нас, по сути, нет, то есть с возвратом денежных средств, да, в виде предоплаты, получения, да, там, денежных средств, так скажем. Поэтому наши партнеры очень лояльно к этому относятся и готовы рассматривать такие условия. И еще один вопрос, очень важный. Я уверен, что это видео посмотрят и ваши коллеги по цеху, такие же производители. И, наверное, у ваших покупателей через нашу платформу или через это видео возникнет все-таки такой вопрос. Алексей, а почему мы именно должны покупать вашу продукцию? Мы часто слышим такой вопрос, на самом деле. Как в начале интервью мы с вами проговорили, есть масса, возможно, предложений по более демократичным ценам, так скажем. Да? Мы изучаем рынок по предложенным продуктам, мы анализируем тот или иной товар, и, повторюсь, да, мы можем с уверенностью сказать, что мы идем, да, не в ущерб качеству, то есть качество для нашей компании – это первоочередное, так скажем, направление. Ну, соответственно, хороший товар, он стоит хороших денег, конкурентных денег, поэтому… Согласен. Алексей, я вас от всей души благодарю за это честное, откровенное интервью. Уверен, что и в рамках нашего сотрудничества, и вообще с учетом того, что у вас прекрасная и динамично развивающаяся компания, вам будет во всем сопутствовать успех. Благодарю. Взаимно. Надеюсь, что количество бонусов от успешных продаж будет год от года расти, ибо для каждого сотруднику очень тоже важна его личная мотивация. Поэтому желаю вам всяческих успехов и, наверное, до скорой встречи.
встречи на выставке Gold Food в Дубае. Будем рады увидеться снова. Спасибо.